Что ты хочешь? Я заговариваю с женщинами. Есть три типа реакции. Они прикидываются глухими, становятся агрессивными или убегают. Я не прикидываюсь глухой и не становлюсь агрессивной и не убегаю. Я прошу прощения. Можно попросить у вас бинокль? Присаживайтесь. Ты вторгаешься в мою жизнь. Я не просила тебя об этом. Мы не знаем друг друга, и я хочу, чтобы все так и оставалось. Меня также не интересует, что ты думаешь или чувствуешь. Меня интересуют только внешние детали. Твои глаза, твоя улыбка. Твоя шея. Твои бедра. Твоя задница. Я не желаю смотреть, как ты засыпаешь и как просыпаешься. Я не знаю, что такое любовь, да и не хочу знать. В конце концов, все это вопрос кожи, волос, запаха тела. Я хочу, чтобы наши отношения были наглядными, как в романе. Ясные, упорядоченные, с разделением по главам. Ты лжешь. Теперь ты становишься еще и сентиментальным.